И снова здравствуйте, всем привет. Итак, в прошлом ролике мы настраивали, значит, патрулирование вот этого врага территории от одной эмки к другой. Теперь давайте настроим, значит, радар, чтобы этот наш персонаж при встрече нашего главного героя стал его преследовать. Так, добавляем Shift-A, Empty, Play Axis. Подводим его, значит, к нашему герою, пустышку ставим повыше и привязываем, вот если видно вам, да, чтобы точно было видно, чтобы потом все получилось. Так, вот, значит, у нас empty, выбираем через shift левая кнопка мыши hitbox врага и делаем Ctrl-P, делаем object. Так, следующий этап. Чтобы хорошо понять это дело, верхняя M-ки у нас становится радаром. Радар должен следить, когда появляется наш главный герой, его хитбокс. И потом радар должен отправить сообщение нашему врагу, что она обнаружила нашего героя, и он должен преследовать, значит, его, когда, значит, он появится рядом. Как бы так бы, да? Значит, теперь настроим радар. Выберем нашу вот эту empty, которую поставили над врагом. Добавляем add, добавляем радар и добавляем, значит, message, сообщение. Соединяем все это дело вместе. Радар должен следить за нашим хитбоксом вот этого персонажа, который в property называется player. Как вы его назовете, это уже без разницы. Но у меня называется player. И значит, выбираем радар, пишем здесь player. Так, на player ставим минус y, потому что он ходит по минус x. Но чтобы он как бы в разные стороны ходил, это уже минус y. Так, пока здесь настройки оставим такие, сейчас все будем настраивать. Теперь мессенджер. У меня, значит, вот этот хитбокс врага называется куб007, я его не переименовывал. Значит, находим радар, опять же, и находим куб. Куб007, это у меня хитбокс врага. И пишем, допустим, по-английски walk, ну типа идти, да? Итак, радар должен увидеть нашего хитбокс героя и послать сообщение на врага, что мол иди. Переключаемся на хитбокс, значит, врага, и он должен получить сообщение. Добавляем его мессенджер, месседж, и значит печатаем walk. Итак, значит, наш радар увидел нашего персонажа и послал, значит, сообщение на врага. Так, это пока закрываем. Так, эти дела пока нам тоже не понадобятся. Нам нужен пока только вот этот, значит, сообщение. И сообщение идет на третий штат, state. Итак, теперь добавляем к нашему сообщению, добавляем вот этот state. Здесь у нас один state, штат, здесь будет второй. Соединяем его, значит, между собой и назначаем ему третий штат. Находим, значит, в констрейнах открывается вот такая галочка, и, значит, появляется у нас вот эти вот, как их называют, и появляются вот эти слои. Так, на третий слой устанавливаем делай и опять ставим штат. Штат это будет, значит, третий. Так, третий, и ставим его возвращаться на первый. Так, здесь пока тоже настройку не делаем. Следом заходим на первый, значит, слой, и добавляем что? Действие. Добавляем, значит, у нас NR, и добавляем
Так, добавляем стиринг. Все это дело объединяем. И значит, какая настройка? На NEAR пока ничего не ставим, а ставим на стиринг, значит, patch follow. И что нужно здесь поставить? Значит, target object — это наш hitbox нашего главного героя, называется куб 003. У вас будет называться иначе. Так, а навигатор у нас является зеленая вот эта площадка. Это значит null-mesh. Так, что ставим? Axis ставим по минус x, потому что он у нас ходит по минус x. Следом смотрим, что у нас значит с физикой. Динамик стоит и актор. Следом. Так. Следом давайте сначала настроим радар. Так, на радар ставим, ну давайте 100 градусов и поставим где-то, так, 2300, наверное, будет маловато. 2300 будет маловато. Так, давайте 7300 поставим. Следом зайдем на нашего персонажа и донастроим вот эти вот неары, вот эти вот показатели. Так, здесь поставим где-то 7200, ну а здесь 5300 пускай будет, да? И значит дистанцию поставим 0.1, velocity поставим 0.1 и акселератор тоже 0.1, а здесь поставим 100. Ну где-то так пускай пока будет. Так, здесь за место add можно поставить XOR, а здесь значит пишем player. Так, ну вроде бы все настройки как бы сделаны. Теперь проверяем нашего главного героя. У него физика должна стоять характер и включен актор вот этот. Иначе его не будет радар видеть без этого актора. Так, давайте посмотрим, как выглядит радар вообще, да? Включен физика, визуализация и посмотрим, что тут вообще происходит. Ну, где-то вот в таком виде. Пи английское нажимаем, и вы видите, что вот это все красное, это как бы радар. Итак, выставляем, значит, что у нас получается. На радар ставим 75 градусов и дистанцию 7700. Так, на наш врага, на нашего врага ставим, значит, в NEAR 8700. И 5700 дистанция, reset distance, да? Так, теперь ставим, значит, фасинг по иксу и дистанция 0.100, velocity 0.100, turn speed 101. Вот как-то так, да? Так, что еще? Ну, в принципе, все, как бы, да? В принципе, все. Так, динамик актор на врага и на нашего, значит, героя на хитбокс. Характер ставим актор. Вот этот, да? Ну, в принципе, проверяем. А ну-ка. Ставим пи. Так. Нормальная дистанция, проверка как бы закончена, да? И теперь отключаем вот эту всю штукатень, физику, ставим пи и побежали. Так, ну сначала как бы пойдем,
Что-то он долго там кружится. Ага. Выбираем врага и ставим на него минус x. Так. И на третьем штате ставим 300 кадров. После 300 кадров преследования вернуться опять на патрулирование ему, вот этому главному врагу нашему, да? Так, ну, в принципе, все. Типа, смотрим, а ну-ка, пи. Так, вот он начинает нас преследовать туда-сюда. И значит, все, мы убегаем. 300 кадров заканчивается, он выходит, начинает патрулировать опять. Вот так. Когда у нас будет, допустим, догонять, он должен нам как бы или стрелять вслед, может даже он за нами не бежать, а оставаться на месте, и у него анимация должна быть включена именно стрельбы. Но это вариантов очень много, это все дело можно настраивать. Это по последующим роликам. Если буду это дело дальше делать, то тогда покажу. Ну вот пока такой вариант. Вот здесь, где он, значит, соприкасается, он уже может бить. Значит, потом ему нужно поставить property, чтобы он понимал, что когда он совершает коллизию, да, он наносит анимацию удара. И анимация удара будет к нему привязан, значит, сфера к руке. И когда она будет попадать, значит, по хитбоксу нашего персонажа, у него будет убывать, допустим, 20 жизней с надписью 100. Вот такая штука. Так, ну, такой результат, вот такое подключение. Вот такая штука тень, да? Все, всем пока, до свидания.